сейчас, пожалуйста, еще вот это. Повторяю для глухих. Сегодня, когда вы пилили дрова, я взял ножовку и стал отпиливать лишние сучки, которые внизу мешают ходить. Ваня больше вытащил вот туда. Ну, они с сережками. Береза такая, вот это сережки. Я взял троих самых, которые ни к чему не способны больше. Вот эту сережку надо оторвать и бросить на пол. Это трудно? Не трудно, все согласились. Тараси согласился, Нюра согласилась, Тимофей согласился. Я им сказал, вот лежит общая куча, из нее ты делай. Вот взял одну, оторвал сережки. Сережки на пол бросать вот так вот. А это клади в одну. Какие кучки будут, я приду, проверю. Пришел, все в одной куче лежит. Кто это так сделал? Ну кто это сделал? Теперь как я узнаю? О, среди троих бракодел нет. Один из вас кто-то не делал, вот это вот. А почему сережки убрать? Потому что они высыхают. И когда человек будет париться, у него вся стена облеплена, и не оторвешь это. Он весь как будто линялый кот. Линялый гусь. Ну что, давай, говори. Ну это я пришла посмотреть, сделали они там или нет. Ну а дальше ты могла спросить, кто старший, первый вопрос. Не спросила. Телефон! Дальше, что было сказано? Телефон! 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 Ну-ка, держи. Держи, бракодел. Бракодел. Говори. Я жив, бракодел. Кепку сними. Нормально, у нас все хорошо. Бракодел. Тимофей, вот он, говори с папой. Алло. Я жив, бракодел. Не так, вот так. Правильно сделал? Все нормально. Молодец. Кому многому научился, скажи сегодня уже. Бракодел. Папа будет радоваться за тебя. Крокодил. Я ничего не слышу. Я не слышу. Все, ладно. Деньги-то тратить. Держу, вот так вот делаем кого. Кому надо поговорить, родители позвонят, по уху говорит. Другой начинает слезы. Позор. Родителям так тяжело, и ты еще добавил ему. Негодник такой. И он посчитает судьба человека Шолохова. Жена говорит, тут последняя сила отдает у станка, ночует, а ты из фронта там где-то щукся немытая. Добавил ты энергии. А ты виду даже не подай никогда, что тебе тяжело. А кто нам обещал, что легко будет? Мы пришли на землю, политую кровью. Страданиями, уничижениями человек достигает духовной высоты. Мы не закончили. Кто вот это вот не оторвал? Кто? Вот ты понимаешь, я не могу сказать это. Она. Разделил... Это она плохо работала, да? Да нет. Я хочу сказать, что она разделила нам из общей кучи по другой куче. Я не об этом спрашиваю. Меня интересует, кто вот это не сделал? Держи, на память тебе. Увезешь домой. А дальше смотрите, что. Вот смотрите, во что получились, какие венечки. Ну, я вот их перед вами положу. Это уже, который без сережек. Кто какую по совести и по наглости изберет, то и хорошо. Избирайте. Домой повезете. Берите, какой возьмешь себе. Бери. Любой. Домой повезешь. В Москву. Папа будет радоваться. Так. Бери, Тарасий. Какой возьмешь? Папа будет рад как-то. Ну, Нюра, это тебе. Тебе дополнительно, как старше еще это. Бери. Вот как работаем мы. Это я сейчас успел их связать, обрубить. Ты их сейчас только на солнце не держите, а занесите там где-то на полочку, положите. Чтобы они были в тенечке. Повезешь домой. Так, потом. Так, у кого? А это откуда? От меня. Ну-ка, иди сюда. А ты кто такой? Я Степа. Ой, а кто такой? Ну, Степа. А как он появился-то здесь? Когда пришел? Когда вас не было. Ну, а он работал что-нибудь? Нет. Не работал. А что ты стал сюда? Тут обедать у нас будут сейчас. Ты обедать хочешь у нас? Не, я не хочу обедать. Я пообедал. Ты думал, что это дают или нет? Нет. Ну тогда ладно, вон там. Стой, оттуда смотри. Ты пока не лагерь. А когда поработаешь, мы покормим. Мы не всех кормим. Да я не хочу, я же покушать. Знаете, без пояса. Слушай, и без пояс рукавов. А он пояс уронил. Знаете, хоть он сейчас бежал, зачем ты его развязал? Уронил. Он бежал и уронил его случайно. Сполз с него поясок. Давай тебя завяжу. Папа. Смотри, как делается. Внимательно. Иди. Раз. Два. Степа. Три.
4 узла должно быть. И теперь на левую сторону поверни. Вот так вот. Во. Русский мужик. А что у тебя чрево-то такое? Подквасился. Так они боролись сейчас. Паша-то вон какой он поборол. Да что не поборол, ну видишь какой. Надо убрать лишнее. У тебя на ляжках, как у какой-то девки. Не годится это. Все это лишнее убрать. Куда ты залез? Слезь оттуда. Так, мы ходили на плотину, поработали. В общем-то все работали, но все время надо было пинкаря давать. Ну, самый ловкий это Ваня, на самые где вершины, лезть и пилить там, дырку сучки. Ребята работали. Плоховато некоторые работали, но еду заслужили. Там было тяжело. Степа, не балуйся. Вот которые водянистые такой, ты они пить того. Хотят много. Степа, надо. А он колоколам лезет. Ничего не слышишь, больше не говорит. Так, ты знаешь, куда бежать, где тополь? Да. Где тополь? Там. Вон там, где растет. Бей его все лопатки обратно. А мы за столом. Мы оба. Там тополь. У тебя что? У меня платка нету. Не пойму, что? Платка нету. Платка нету. Пока вместе с ними втроем. И по одному листику сорвете тополя. У меня есть. У тебя рукавов нет, это считается. Рукава и платочек это одно и то же. Пошел. Так, ой, все, остальные за стол. А вы со мной идите. Идите со мной с веником, я покажу, где положить. А мне куда? Иди вон там, садись на лавочке. Там рядышком сядь. Да. Сиди. Анюта, положи вон на лавочку. Вон, там. Сюда, положи. Положи, потом положи. Колобутылочку. Раз, два, три, четыре. Вот это 4 килограмм. Ваня, садись за тебя. Да, да, последний. Продвигай сюда и все, или как? На полочку. Только ты правильно ложись и подальше, подальше друг от друга. Запомни везде. А ты все, что у тебя есть. Вот они где теперь будут у них. Это прохладное место, и потом венички повезут. Одни повезут в Москву, другие в Барнаул, а третьи в Казахстан. Видите, хоть они ошиблись маленько, но работали хорошо, видно. Вот так. Все. Старайтесь, давайте за стол. Теперь кто не знает, куда эти ребята делись. Посмотрите, где они идут. Посмотрите. Я сейчас. Куда бегать надо? Пойдите сюда, это посмотрите. Это взрослая тарелка. А, ну давай побудем. Кто не знает, куда бежать, до тополей. Выходите, смотрите. Вот куда вот, посмотрите. Этот, ты Аля, этот. Тарас, Тарас, выйди, выйди сюда. Сюда. Я бегала уже один раз. Вон тополя растут где. Ваня большой, выйди тоже, посмотри. Иди сюда. Он боится шевельнуться. Ты там не лазь, не лазь. Ты что, упадешь сейчас и голову собьешь? Я ничего не вижу. Слушай, вон он бежит. Вон Паша бежит первый. Вон он, иди. Паша! Вон к тополям надо бежать тогда, если платочка нет, рукава у тебя не закрыты, руки. Вон он где. Скорость. Понятно? А в это время мы едим. Смотрите, как бежит-то. Молодец! Все, за стол, показывай. Следующий бежит. Вот они, пошли, мы не дали, пойдемте. Двое! Давайте вот это. Листочки покажите. Работает там. Что ты делаешь?